Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, щохвилини можуть піти з життя через ниркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим. Разом заради добра. На часі тема дня, і сьогодні у нас у студії голова оргкомітету міжнародної програми «Студ Республіка» Кирило Мельник. Я вас вітаю, пане Кирило, в нашій студії. І, власне, розпочнемо ми з того, про активність молоді поговоримо. Ви, власне, займаєтеся таким проєктом, який має стверджувати активну громадянську позицію серед молоді. Скажіть, будь ласка, у зв'язку з такою гострою ситуацією в державі, яка почалася ще в грудні, сьогодні продовжується, чи це відобразилося на позиції кіровоградської молоді? Чи стали кіровоградці молоді більш активними, більш згуртованими? Чи з'явилися в них якісь нові ідеї, бачення створення держави, бачення відродження держави? Ну, сьогодні молодежь стала більш сплоченою, і це приємно, да? Вот. Вони більш патріотично настроєні. И, ну, то есть мы видели поначалу непосредственно Студ Республики. На открытие мы приготовили много флагов Украины национальных, но несмотря даже на то, что мы привезли эти заготовки для того, чтобы, ну, как-то приукрасить, чтобы подарить флаги людям, когда начали собираться студенты, они пришли парадами, с флагами, с криками, с лозунгами, и это, конечно, очень приятно. То есть самое главное, что молодежь сплочена больше теперь, вот, и она настроена позитивно на Украину. Яким чином це відобразилось, наприклад, на вашому заході «Студ Республіка», який відбувся буквально нещодавно, і глядачі бачили сюжет? Ну, в общем, як це відразилось? Всегда у нас вот в притирочку кто-то выигрывает, да, вот, кто-то берет мэра студенческой республики. Сегодня же мэры, кандидаты в мэры сели, посовещались и приняли единственную, я считаю, верную позицию. Они сказали так: давайте, неважно, кто из нас победит, вот. Важно, что мы будем делать на всеукраинском этапе. Важно показать хорошую сплоченную команду от Кировограда на всеукраинском этапе. Вот. И просто, ну, то есть не было вот такой борьбы за мэрство, да, вот, в республике. Была основная борьба на то, чтобы показать людям, что мы сплоченный коллектив, и мы хотим ехать и побеждать на всеукраинском уровне. Вот так. Окрім того, що вже відбулося, ви вже маєте ідеї, що у вас ще буде? Новий грандіозний якийсь проект плануєте от по створенню студентської бази. Розкажіть докладніше, що це власне? Да, ну, Станислав Семенович Березкін приїжджав, і в кінці ми з ним поговорили, і було прийнято рішення, що він допоможе фінансуванню постройки нової єдиної студентської бази в Кіровограді, де б ми могли проводити студентські мероприятия різних рівнів. И разные организации могли бы проводить. Просто сегодня, ну, на самом деле у нас нет возможности и нет мест, где проводить. Як це виглядатиме? Що це база? Ну, непосредственно это будет, ну, сейчас идет, пока обговариваем, но я вижу это так. Большая спортивная площадка, где могли бы проходить всевозможные студенческие соревнования. Я вижу сцену там, непосредственно, где проходили бы какие-то конкурсы, где молодежь могла бы проявлять себя. Ну и, конечно же, домики для проживания, для того, чтобы мы могли делать фестивали не на один день, а на несколько суток. Чи вже визначилося, де знаходитиметься? Ну, база. Там, где проводилась студенческая республика, скорее всего, это будет база Кировоградского педагогического университета «Буревестник». Вот. Просто она уже существует, просто нужно добавить туда те или иные позиции, которые вот я сейчас озвучил. И Станислав Семенович сказал, что я помогу, мне это интересно. Ну и студенты, соответственно, это поддержали, и уже собираются студенческие загоны, потому что все будут делать студенты сами, своими руками. То есть Станислав Семенович только, ну, как сказал, я помогаю материалами, вот, а студенты сами, своя инициатива, берут и строят. Вот так.
А скажіть, будь ласка, окрім ось того, що раз в рік проходить студентська республіка, що ще має відбуватися на студентській базі? Які заходи ви плануєте? Ну, до прикладу. Ну, як пример, як я ж говорю, ну, вообще желательно і хотілося б, щоб проходили якісь мероприятия кожну неділю, для того, щоб, ну, було чим зайнятися молодежі, тому що, ну, на самом деле, будемо откровенными, у нас в городе мало чем заниматься. Даже спортивные соревнования, ну почему бы не проводить их каждые выходные? Собирается молодежь, которым нравится, например, футбол, они привели свои команды, провели соревнования, есть победитель, вот, есть отличное настроение. А такая же студреспублика, есть еще зимний проект у нас, летняя и зимняя студенческая республика, это вот как вариант туда же. Например, ну, посвящение в студенты. Вот 1 сентября все студенты, они ни разу не было такого, чтобы все студенты собрались и вот сделали какое-то мероприятие для себя, посвятили их студенты. Почему бы его не проводить? Последний звонок тот же, когда студенты прощаются. Да много мероприятий. Ну, то есть студенты, они умеют отдыхать, они хотят это делать. Главное направлять их в правильное русло, вот, и давать такую возможность, и все. А що це має бути в першу чергу? Чи розвагами заповнити життя студентів, чи якимось розвитком? На чому акцентувати? Ну, наша життя, ну, я говорю за студентську республіку, наша позиція така – розвлікай, просвіщай. Коли ти людину привозиш розвлікатися, и в это же время даешь ему какие-то тренинги, вот, это всегда срабатывает хорошо, потому что на развлечения едут все, ну и, соответственно, им уже некуда деваться, на тренингах они остаются, слушают, ну, как проходит это на студенческой республике, и потом уже в конце тренинга такие сидят, а что я не ходил до этого на подобные вещи, как бы это интересно, это для себя развиваться, там, это помогает там в учебе, потому что, ну, темы мы такие выбираем, но в этом году тема республики была региональный развитие модели Кировоградщины. То есть, ну, тема была какая? Вам дают завтра власть, что вы будете делать? Но перед тем, как они начали действовать и, собственно, расписывать свою программу, им дали юридические тренинги, им дали пиар-тренинги, им дали экономические тренинги. Ну, и на основе этого уже как бы можно строить вот какие-то действия. Вот таким образом, я считаю, должны проходить абсолютно все проекты. Мы начинаем развлекать, но в это развлекалово вот мы вбрасываем какое-то зернышко, которое мы надеемся, а може даже уверені в тому, що воно проросте. Вже майже немає на часу, але все ж таки маю запитати, який наступний етап студентської республіки на загальноукраїнському рівні і чи готові кіровоградці до нього? Ну, міжнародний, це понятно, всі їдуть к Чорному морю, це вся Україна з'їжджається, і там проходять ті ж конкурси, тільки на всеукраїнському рівні. І Кіровоград готов. Міжнародний чи всеукраїнський? Міжнародний, тому що з'їжджається і з інших країн. Вот. И Кировоград готов, Кировоград будет показывать результат, собственно, как и всегда. Будем надеяться, что возьмем президента в этом году. Я вам дякую. Нагадаю глядачам, що сьогодні у темі дня був голова Оргкомітету міжнародної програми «Студреспубліка» Кирило Мельник. На все добре та залишайтесь на каналі Кіровоград.